Ох, Компот, ну спасибо большое, что приютил старушку. Все, мой дом восстановился, пора мне отправляться жить на болото. Давай, ведьма, не пропадай, сейчас заходи к нам в деревню. Понравилось тебе у нас в деревне-то жить? Ну да, было довольно-таки интересно, правда, все жители меня боялись. Ну, я понимаю, почему. Ладно, ведьма, давай еще как-нибудь увидимся. Всем привет, ребята, меня зовут Компот, и добро пожаловать на мое новенькое видео. Сегодня ведьма покидает нашу деревню жителей номер 13 и возвращается жить к себе на болото. Ну, вы все помните, что произошло, мы ее приютили, потому что у нее с домом случилась беда. Он просто, ну, взорвался. Но ведьма восстановила дом какой-то там специфической электрической магией, и все, она как бы уехала. А я в данный момент хочу заказать себе пиццу. Неожиданно я такой переход сделал, да, так, пицца сразу. Ну, потому что я очень сильно хочу кушать. С самого утра сегодня ничего не... Извините, не могу сейчас подойти, я пиццу заказываю. Так, ребята, давайте закажем пиццу. Что? Вы это только что слышали? Странный довольно-таки звук. Я такого раньше не слышал. Ладно, погодите, отложим немного пиццу. Так, секундочку. А, господи! Ты кто такой? Я злая ведьма. А ну выходи. В смысле? Я никуда не пойду. Все, не пойду. Ты в этом уверен? А, ё-моё, дверь, двери больше нету. Выходи. Иначе тебе хана. Ладно, ладно, все, выхожу, ведьма, выхожу. Я впервые такую ведьму вижу. Я злая ведьма. Я копия доброй ведьмы, но только агрессивная. И ты поплатишься за свой поступок. Какой поступок? Что я сделал? Ты, я же ничего не делал. Я пиццу-то всего лишь хотел заказать. Ты помог доброй ведьме и приютил ее. И я злая ведьма в ярости. Ну а как не помочь, когда ведьма-то в беде, я не понимаю. Ладно, что ты от меня хочешь? Что ты пристала ко мне? Я сейчас добрую ведьму позову, она тебя заколдует. Боюсь, не успеешь. А ну вперед, иди в церковь. Церковь? Зачем? Я сказал, иди. А, мой дом! Ё-моё, злая ведьма, ладно, ладно, все, иду, иду. Ребята, она сумасшедшая. Все, злая ведьма, я здесь нахожусь, что дальше, что ты от меня хочешь? Поднимайся на самую крышу. На самую крышу? Ладно, хорошо. Ребят, посмотрите на ее зловещие глаза. Вообще, капец, откуда она взялась-то? Ну все, теперь ты мне не помешаешь. Ведьма, не надо. А, отстань от меня, не подходи ко мне. Я и не собиралась. Каминус превратитус. Что происходит? Что творится? Ё-моё, ведьма, ведьма, ты что со мной сделала, ведьма? Я пошевелиться не могу. Отдыхай. А я пойду захватывать деревню. Это тебе месть за то, что ты помог доброй ведьме. Ведьма, эй, ведьма, иди сюда, ведьма, ты чё офигела? Ребята, я не могу пошевелиться, что со мной? Меня что, превратили в камень, что ли? Ребята, меня заколдовали, я просто закаменел, я не могу подвигаться, вот, слышите? Я пытаюсь нажимать на клавиши, слышите? Вот, просто жму как могу и нифига не происходит. Я не знаю, что мне делать, я вот кликаю на мышку, у меня нифига не получается, нифига. Не работает. Так, погодите, давайте-ка я пробую сдвинуть вот так вот мышкой. Да, ё-моё, очень слабо получается. Короче, я просто-напросто замер. Я не знаю, что мне делать. Серьезно, я могу только клеточки перебирать в своем инвентаре. О, Компот, помоги! А, ребята, черт, там жители просят о помощи, я даже сдвинуться не могу, потому что меня заколдовала злая ведьма и превратила в камень. Думай, Компот, думай, как отсюда можно выбраться. Я могу только переключать вид, и также я могу перебирать клеточки в инвентаре. Стоп, у меня есть телефон, у меня есть телефон, но кому? Я никому не могу позвонить, у меня пальцы не двигаются. Как же мне сделать так, чтобы, не знаю, как-то меня сдвинуло отсюда, я не знаю. Хотя, стоп, погодите, у меня появилась идея. Я сейчас нахожусь на самой высоте на этой церкви. Если, по сути, я упаду вниз, эта каменная оболочка с меня осыпется. Но вопрос, как я смогу это сделать? Все просто недвижим. Давай двигайся, пожалуйста. Не, нифига не получается, я просто-напросто замер. Хотя подождите, у меня есть идея. Ребята, короче, да, реальная идея, но для этого мне нужна ваша помощь. Смотрите, если вы прямо сейчас поставите лайк и напишите несколько комментариев, то тогда мне будут приходить уведомления, и телефон с помощью вибрации будет меня сдвигать. Давайте, ребята, прямо сейчас жмите лайк, подписывайтесь, не знаю, на канал, пишите комментарии, что
что-нибудь делаете, так... Тихо, опа! О, помогает! Спасибо большое всем тем, кто пишет комментарии! Так, так, ребята, осталось еще немного. Давай, 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 тебе пишите, опа! Смотрите, я уже немножко слетел вниз. Давайте, давайте, ставьте лайки, пишите. О, о, я спустился! Это отлично, это просто чудесно! Ребята, что тут произошло, я не понял. Смотрите, с меня осыпался полностью камень, я больше не каменный, я могу двигаться! Стоп, а что с домом мэра? Что за чертовщина тут творится? Да что, яма какая-то, тут лава, что тут происходит? Жители, что? Компот, выручай! Жители, вы как тут оказались? Вы видели злую ведьму? Да, компот, это она сюда засунула. Ё-моё, а зачем она тут лаву разлила? Что происходит? Почему вы стоите на железных блоках? Она хочет нас всех сварить, чтобы какое-то зелье сделать заколдованное. Ё-моё, сумасшедшая злая ведьма, сумасшедшая. Она меня, представляете, она меня тоже заколдовала, она меня в камень превратила. Но благо мои подписчики мне помогли. Они поставили много лайков, написали много комментариев. И с помощью вибрации телефона от уведомлений я смог спуститься, и камень с меня осыпался. Компот, а как нам-то быть? Как вам быть, как вам быть? Я вас сейчас спасу, я что-нибудь придумаю. А где эта ведьма? Вы ее видели? Куда она пошла? Просто я даже головой повернуть не мог. Она делает там себе какой-то обряд в доме мэра. Ну, в принципе, так и понял. Блин, а как мне победить-то эту ведьму? Компот, не волнуйся, я думаю, я смогу тебе помочь. Короче, у меня дома в варочной стойке находится зелье на радиацию. Это зелье антимагии. По сути, ведьма должна испариться, если она злая. Чего, житель ученый? Ты в этом уверен? Ты разработал зелье такое? Да, это против таких злых магов. Так это офигенно, вообще супер. Так, хорошо, жители, но для начала я вытащу вас. Сидите здесь, хотя куда вы уйдете-то, я не понимаю. Так, ладно, давайте пока что не попадаться на глаза этой ведьме. Короче, у меня уже есть план действий. Я освободился, я больше не каменный. Теперь мне нужно... Блин, черт, сундук мой разрушился. Мне нужно как-то вытащить жителей. Для этого мне нужно дерево. У меня вообще нифига нету, вообще нифига. Пойти добывать дерево, это слишком долго. Жители там сварятся в этой лаве. Так, давайте пошарим по домам. Так, так, давайте посмотрим, что у нас тут. О, как раз тут есть дерево, шикарно. Прямо сейчас я и создам себе много палок, а из палок я сделаю что? Правильно, лестницы. Так, господи, палка, уходи. Давайте вот так вот создаем эти лестницы сюда-сюда. И готово, все, 27 лестниц. Я думаю, что в принципе этого будет достаточно, и больше мне не надо. Все, побежали быстрее теперь спасать жителей. Для начала мы спасем жителей, а после будем уже разбираться с этой злой ведьмой. Так, тихо. Она, видимо, сейчас в доме находится. Вот так вот незаметно проходим. Жители, это я, это компот. Все, иду, иду. Сейчас я вам буду спускать лестницу потихонечку, помаленечку. Вас тихо спустим. Так, осторожно. Вот так вот будем сейчас ставить их. Жители, 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 осторожно. Я уже иду. Все, отлично. Я здесь. О, нифига себе, тут горячо. Я прям урон получаю. От этих железных блоков. Тут капец как жарко. Да, компот, тут очень жарко. Все, выходим отсюда. Так, жители, сейчас все выползаем и не шумим. Главное, не шумим. За мной. Так, все отлично, вроде все на месте, все в сборе, жители. Так, все, ты говоришь, у тебя дома, да? Да-да-да, в варочной стойке находится это зелье против черной магии. Отлично, сейчас-то мы и победим эту злую ведьму. Так, жители, ни с места не уходите никуда. Сейчас я приду. Остается только победить эту ведьму. Так, тихонечко проходим мимо этого дома и побежали в дом жителя ученого. Как я рад, что в нашей деревне есть ученый. Так, заходим в варочные стойки. Их тут две. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, радиация! Вот, зелье на радиацию. Отлично. Ну все, мне больше ничего не страшно. Сейчас мы эту ведьму как накажем с вами, ребята. Здорово, ведьмы, я войду. Что? Как ты выбрался? А как я выбрался, это уже не важно. Ты что тут сотворила? Ну все, за то, что ты выбрался, я прямо сейчас испепелю тебя. Это вряд ли, ведьма, потому что посмотри сюда. Ха-ха! Получай. О! О! Что происходит, ё-моё? Вы это видите? Что творится? Она раздувается. Ребята, черт, эта зараза растет. Она растет, растет. Нет, валим! Компот, компот, очнись! Ё-моё, что произошло? Сейчас, секундочку, жители, что случилось, где ведьма? Компот, моё зелье сработало, оно грохнуло эту ведьму! Что? Да ладно, погодите, дайте-ка я проверю! Офигеть! Да, я помню, что произошло, ребят, я помню! Ведьма позеленела, начала раздуваться, это было очень странно! И смотрите, тут теперь осталась какая-то непонятная... Фу, господи, слизь, не, я к этому даже прикасаться не буду, только вот дом жалко, и этот дом тоже жалко, все поломалось тут! Не волнуйся!
Настройся, компот, восстановим все. Да восстановим-то понятно, восстановим. Главное, что все целы. Кстати говоря, смотрите, это зелье даже сломало бедрок. Я думал, что бедрок точно не сломает, но он тут в окнах был. Эта ведьма его, видимо, как-то поставила. А вот все, что осталось от меня. Еще раз хочу выразить огромную благодарность тем, кто поставил лайк, написал комментарий и подписался на мой канал. Потому что благодаря вам эта каменная, я не знаю, как сказать, оболочка, что ли, спала с меня, и я освободился. Я думаю, злая ведьма больше не придет в нашу деревню, потому что это все, что от нее осталось. Что ж, хотя бы в этом есть плюс. Я могу прыгать на этих слизнях. Вот так вот смешно могу прыгать. Так, жители, а че это мы встали? Давайте все восстанавливать теперь. Ох, компот, ладно, погнали на склад, сейчас берем блоки и все восстанавливаем. Да-да-да, давайте, жители, оперативнее работаем. Что ж, ребята, я хочу с вами попрощаться. Спасибо большое, что досмотрели это видео до самого конца. С вами был я, Компот. Всем удачи, всем спасибо. Всем пока, ребята.